Какой мальчишка не мечтает стать солдатом, а лучше генералом? Военная форма мужчине, даже будущему, всегда к лицу. Мундиры и защитную экипировку эти дошколята надели специально, чтобы поздравить своих пап и дедушек с Днем защитника Отечества. В детском саду номер 5 этому празднику был посвящен большой концерт. Что же такое Отечество, кто знает? Это наша Родина, наша Россия! Благодаря подвигам прадедушек эти малыши родились и живут в мирное время. О войне они знают из книжек и рассказов родственников. Но у некоторых ребят папы – военнослужащие. Поэтому День защитника Отечества для них особый праздник. Вот на посту и наш народ гордится армией по праву. Спокойно, дети, пусть растут в российской солнечной отчизне. Он охраняет мирный труд, прекрасный труд во имя жизни. День защитника Отечества – праздник всех мужчин, от мала до велика. В том числе и для детей, мальчишек, в каждом из которых уже заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которые делают мальчика не просто мужчиной, а настоящим защитником Отечества. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».